Туман в этом квартале вроде рассеялся. Идем в Кагарие. Эй, what's up? Вы находитесь на канале Рубака FM. Играем в Ghostwire Tokyo. Вспоминаем вообще, на чем мы остановились. Остановились мы на сайдах, насколько я помню. Что-то мы там с вами попроходили. Давайте посмотрим, что вообще вокруг нас есть. Что-нибудь интересное вообще. Хорошо, я пока подлутаюсь, немного вспомню управление. Вспомню, каково это играть в эту игру. Статуя Дидзо. Мы к ней ходили. 100% ходили, и к этой мы ходили. А вот здесь мы не успели ничего подобрать. Поэтому, так, это не то. Давайте тпшнемся сюда. И подберем, что мы там не успели взять. Прошлая серия закончилась довольно необычно. Какая-то поехавшая дама на нас напала, да, с большими ножницами. Мы, конечно, эту проблему решили. Мы любую проблему можем решить. Потому что мы очень крутые ребята с вами. Так. Ну нет. Ну куда ты поехала? Окей, это не так работает. А вот так работает. Я думал, что я фармлю, когда разбиваю вот эти летающие объекты из других миров. Но на самом деле я фармлю, когда я собираю эти души. И отправляю их через телефонную будку. Тогда у меня уровень повышается. Где-то здесь, вот про эти души я говорил, где-то здесь должен быть какой-то объект. А, вижу. Вообще неприметный объект. Какая-то кукла. О, что это? Тякокидогу. Глиняная фигурка человека, созданная в период Дзямон. Так, ну видимо из-за нее мы сюда и пришли, а раз мы ее нашли, то можно и сваливать. Что еще у нас есть поблизости? Тенгу. За нее мы уже ухватились. Накамата искусствовед. По-хорошему. Нам нужно все это обследовать, но это не для записи, скорее всего. А для отдельного прохождения. Ой-ой. Так, зачем мне вообще лук? Случайно нажал. Так, водичка такое себе.
Вспоминай, куда мы там шли. Да пытаюсь помнить. Вспомнить все. Видел, да, такой фильм? Я тоже. Ну вот это что-то из этого. Приветствую, человек. Бонусные награды. Выполните две просьбы. Выполните все просьбы. Имитация рисунка, фильтр камеры, Катасира 3. Просьбы. У меня ничего такого и нет, чего бы он хотел. Магатама. А что это? А, все, понял. Камешек. Пу-пу-пу. Ну. Мы можем приодеть его. Но кастомизацией я не хочу сейчас заниматься. Тем более я не вижу смысла, потому что мы играем от первого лица. Короче, просто сбегали, познакомились, да, мы с ним, с этим котом. Ну, особо ничего полезного мы из этого не извлекли. Что нам остается? Нам остается открыть вот это святилище и пройти вот эту побочку. Вот этот сайдовый квест. А потом пройти главное задание. Звучит как план. Иди к южному выходу со станции. Если не ошибаюсь, там был вход в Кагерию. О, заметила все-таки. Ну, раз заметила, давай подходи. Изи, просто изи. Что-то куда-то он мне сказал идти, но если бы я понимал, я бы, наверное, пошел сразу туда. Но я пойду так, как мне кажется, можно туда прийти. О, еще девчонки стоят. Ладно, тихо, опять не получилось. Больно. Нормально. Ай-яй. Вот это. Агрессивные школьницы. Ну, ладушки. Это было не так страшно, как казалось. Кое-как справился. О! Молодой человек. Ой-ой-ой. Осторожно. Скорее всего, у него и силы больше. Вот же Робасина какая крепкая, ты посмотри на него. Минус пухляж. Максимум очков силы теперь воды. Можно идти. Хорошо. Ходи, входи, входи. Посмотри, что у него есть. У них даже такое тут есть. Что, у них только еда. Еда меня сейчас мало интересует. Мне нужно то, что меня будет сильно интересовать. И это находится где-то наверху. Но возможно, мы можем пройти откуда-то отсюда, скорее всего. Как тут тихо. Неудивительно, тут сейчас ни людей, ни поездов.
Настоящий город-призрак. В прямом смысле этого слова. Что это мне надо? Ну, не тормози, давай, надо... Что-то я не понял, зачем мы на них печать накладывали. Почему сразу нельзя было их поглотить? Кто-то плачет. Как-то здесь жутковато. Хочется уйти побыстрее. А куда ты уйдешь-то? Сейчас везде так. Лучше привыкай. Так, здесь явно еще кто-то смотрит на меня. А, ничего себе вот здесь. Погоди, дайте я... Ом. Хорошо. Подхавали. Еще один дух спасен. Мне не нравится, что он падает постоянно. Здравствуйте. Извините, что я как крыса со спины. А ты чё так? Смотрите, эти какие-то пожирнее стали. Прям стали такие интересные ребята появляются. Что, в сортире никого? Ни одного сортирного духа здесь нет. Что я вообще здесь делаю? Объясните мне. Я пытаюсь кого-то убить или кого-то спасти, или... Тут на карте вообще ничего нет. Но, возможно, здесь есть какая-нибудь секретка. Было бы хорошо ее найти. Тун-тун-тун. Если она здесь есть, конечно. Потому что пока что попахивает абсолютно ничем. Прилетело. Хорошо. Ах ты. Жирненький пришел. Есть. Найс. Уклонись от этого. Да, слушайте, огненная стихия — это, конечно, имба. Жаль только, что ее так мало.
Угу. Что там у нас? Как будто есть какое-то большое здание. Ого. Но мне пока туда не надо, я поэтому пока туда и не пойду. Возможно, нас туда еще отправят по квесту. Или, возможно, я просто схожу туда, когда уже не буду ничего записывать. Но выглядит так, как будто там что-то есть интересное. Определенно. И что мы тут видим? Да так, бронзовые колокола, предположительно созданные в период Яой. Яой. Хорошо. Так, ну я считаю, что со стройкой мы закончили. Надо определиться, понять. Давайте отправлю духов. Отправлю этих духов, чтобы можно было собрать еще больше. Это так. 13 тысяч, хорошо, хорошо. Похоже, еще. Ты узнал еще немного. Супер, супер. Есть возможность что-нибудь вкачать. Например, не знаю, стоит ли огонь тратить. Пум-пум-пум-пум. Его у меня мало. Мне это не нравится. Но это очень сильное умение. И пока что оно, я думаю, не требует такой прокачки. А вот воздушное плетение мне нужно. Так, давайте посмотрим, что тут есть, что мы собрали. Сугавара но Митидзаны, государственный деятель и ученый, живший в период Хэйан. Политические противники настолько сильно боялись его влияния, что обвинили в государственной измене, после чего Сугавара был изгнан из столицы. После смерти за свой выдающийся ум он был провозглашен покровителем наук и возведен в ранг бога под именем Тензин. Грубый призрак. Чужак, порожденный скрытой и безмолвной яростью людей, которыми всю жизнь безжалостно помыкал. Помыкали. Стоит их гневу и жажде вместе вырваться наружу и их уже не остановить. Серый убийца. Чужак, порожденный глубокой ненавистью, которую познали люди, поддавленные тяжестью личных конфликтов с коллегами на работе, их чудовищное чувство обиды становится смертоносным оружием, с которым они нападают на живых. Утисака. О, вот это вот дура напала на нас в прошлой части. Чужак, порожденный неистовой яростью, в руках у Кутисаки смертоносное оружие, с помощью которого она безжалостно расправляется со своей добычей. Нигири, леденцы. Станция Сибуя. Да такой. Ты стал еще немного сильнее. Чуть-чуть сильнее стал, да. Это правда. И все-таки, как мне попасть туда, куда я хочу попасть? Наверное, отсюда. Тут есть лестница, которая нас никуда не ведет. К сожалению. Господи, что ты такое? Так, вот эта дура опасная, от нее надо избавиться.
первый, по возможности. Хорошо. Вот ты, конечно, длинная какая, а? Нормально. Нормально. Должны быть и другие духи. Должны быть где-то. Мне как будто надо куда-то туда попасть. А как туда попасть? Если прохода нет. Тайны. Секреты. А, ну вот тут где-то должна летать эта дура. Почему я ее не вижу и не слышу? Так, очень непонятное здание. Так, где-то внутри этого здания есть святилище. Но я не понимаю, как в это здание попасть. Соответственно, не понимаю, как это святилище очистить. Возможно? Нет. Все не то. И все не так. Ну ладно. Я придумаю, как туда попасть. Но раз уж пока не получается, времени зря тратить не будем, потому что у нас помимо всего прочего... Я не понимаю, где эта летающая дура. Но она где-то есть. О, вижу. Но она слишком высоко. Ну, здорово, котейка. Кто тут? Нет, ничего ей дать не могу. Какой смысл делать реконструкцию, если в доке никого нет? Давай, ухляж, заканчивайся. Ах ты. Слушайте, это какая-то бабка или что это? Какая-то детка. Я не могу понять, она хилит что ли их? Ух ты, как больно мне становится. Ух ты. Так. Сейчас мне стало тревожно.
Да какая ты? Может, хватит саппортить? Хорошо. Да что ты будешь делать? Ладно. Зато у меня стрелы есть. Только... А, нет, работают. Ну, в кои-то веки мы затестили стрелы в бою. Бывает. Лучше поздно, чем никогда. Но они работают, и это приятная новость. Дальше-то что? А что со звуком? Тысячелетия, а вы как были, так и остаетесь беспомощными узниками своих тел. Они ограничивают вас, мешают вашему счастью. Они заставляют ваши души страдать. Как вы можете с этим мириться? Это жестоко. Это несправедливо. Сейчас ваши души находятся в рабстве у ваших же тел. Так больше продолжаться не может. Услышьте меня, заблудшие души, отриньте свои телесные оболочки. Я защищу вас. Придите же. Ну, такой что-то напугал меня. Начал истории какие-то рассказывать страшные. Главное, не покупай, что попало. Ладно, ладно. Сейчас-то уже никто и не помнит. А когда-то давно это место все называли не иначе, как болотом Капри. Иногда тут находили утопленников. Где? Считалось, что это Капри. В торговом центре? В торговом центре кто-то тонул? Так, и что тебе надо? Что ты хочешь от меня? Где? 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 Давайте посмотрим, что он от нас хочет. А, ну да, видимо, нам надо наверх. Логика. Логичность. Так, вижу одного чувака с зонтиком. Наверняка здесь есть еще. Это ты тонешь, что ли? Я нашел вон там огурец, чтобы его приманить. Он пришел и что-то со мной сделал. Я даже рукой двигать не могу. Похоже, Каппа отнял у тебя Сирикадаму. Не надо было с ним связываться. Не бойся, я верну ее тебе. Есть еще огурцы? Да, берите. Спасибо. Огурец – лучшая приманка для Каппы. Это мы что сейчас, рыбачить будем? Давайте порыбачим. Опа. О, Каппа! Что будем делать? Ждать в укрытии. Сначала он должен взять огурец. Что ты такое? Когда начнет есть, можно его ловить. Главное, не спеши. Начинай есть. Следи за тем, что он делает. Ух ты, ух ты, ух ты. Кто пузырьки пустил? Ну-ка, давайте, признавайтесь. Кто-то здесь напузырил нам.
Да, ну как так-то? Не получилось. Я ж нормально зашел сзади. Я же говорил, не спеши. Должно было сработать. Чё-то я не знаю. Тут что-то поломалась у вас игра. Сделал-то все правильно. Блин, это вот это сейчас ждать, да, пока он там сообразит. О, Капа! Что? Ждать. Давай, дурочка. Когда смотрите, девчонки есть, там что-то тусят, танцуют, дискотека. Призрачная дискотека. Перейди на призрачное зрение и следи за тем, что он делает. Да, давай, давай. Не, ну это никуда не годится. Воздух тут нам портит. Нехорошо. Неправильно это как-то. Взял приманку. Ага. Вот крадись к нему, только тихо. Они ограничивают вас. Тихо, как вашему счастью. Они заставляют ваши души страдать. Чик. Как вы можете с этим мириться? Вот она, твоя сирика-дама. Пошевелиться можешь? Сейчас ваши души находятся... Вроде, да? Обещай больше не дразнить Юкаев, хорошо? Ладно, спасибо. А теперь сбрись меня. Как ты ласково с ним. Что? Тебе показалось. Сдрысни. Ой-ой-ой, там девчонки танцуют вовсе. Я не знаю, не особо хочу врываться в их вечеринку. Но, видимо, мне надо, да? Видимо, да. Давайте подеремся. Нормально. Ах ты, немного оставалось. В целом хорошо. Нормально. Путь свободен, можно идти. Спасибо, Кэп. Нормально. Так, вот там монетки надо подлутать. А я прокачал, да, способность вблизи из них сердце вырывать? По-моему, прокачал. У меня что-то такое получилось сделать. Опа. Вот эти красные ботинки хочу, откройте. Открывайте магазин. А в чем смысл голых манекенов? Вот. Они бы хотя бы одели что-нибудь, я не знаю. Вот, вот, видите, как надо витрину ставить. Красиво, понятно. Но тоже не пускают. Ха!
отлично. Похоже, лифт еще работает. Ой, вот только отлично или нет? Хрен его знает. Так, на четвертый этаж. Или на восьмой. Давайте поедем пока на четвертый. Мало ли, что нас там ждет. Может, там что-то прикольное будет. В смысле, а зачем ты меня опустил? Понятно. Тогда на восьмой. Я что-то думал, что я на каком-нибудь втором или третьем. Ох, что-то это будет серьезное, по всей видимости. Он очень большой, и у него очень большой молоток. Хер там, стелс работает, блядь. Такие твари обычно сильнее других. С чего вдруг они сильнее? Ай-яй-яй. Ай-яй. Просто домой. Тун-тун-тун. Вообще страха нет. Куда мне надо вообще? Я не понимаю, куда я забрел, честно. Я просто хожу и все. Встречаю каких-то упырей. Мы еще не всех. Заметка в августовском номере школьной газеты «Сибусё». Разрушаем городскую легенду. Дети часто рассказывают друг другу страшные истории. Одна из них гласит, что если три раза постучать в дверь туалета на третьем этаже заброшенной школы, которую собираются снести, и спросить, есть ли там кто-нибудь, вам ответят. Команда «Сибусё» решила выяснить, так ли это. В ходе нашего опроса 31 человек подтвердил, что слышал эту историю. Проверить ее решились только четверо, но из туалета им никто не ответил. В следующем месяце команда Сибусё лично проверит правдивую. Это какие-то бумажные блогеры, получается. Затестили, написали. А тут должна быть какая-то драка, скорее всего. Или нет? Посмотри, чё продаешь? Что есть. Херню продаешь, понятно. Вот я, наверное, говорю херню, а потом меня как приспичит на продовольствие. Я их потом нигде не найду. Котейка. Говорят, у тех вратторий, которые наверху, спрятано что-то ценное. Ценно это хорошо. Лучше, конечно, если бы это было что-то бесценное, но и ценное нам подойдет. Так, давайте выгрузим. Тысяч. Хорошо, в целом-то что, нам сюда, видимо, да? Гибельный лабиринт. Нам нужно добраться до гибельного лабиринта. Звучит, конечно, так себе. И отбивает всякое желание туда идти. Но почему-то нам надо. Хорошо, долетели.
Я не знаю, правильно я иду или нет. Залетел сюда, как будто меня здесь быть и не должно, если честно. Пам-пам-пам-пам-пам. Я твой дух печать кидал. Так, что мне дальше-то делать? Объясните-ка мне. Охренеть, кто столько тут плачет? Я всех духов собрал, никто плакать не должен. Все должны быть счастливы. Без понятия. Если вы знаете, что я делаю, скажите мне, потому что я вообще не понимаю. Используй мою силу, если увидишь что-то необычное. Ох, ё... Но я вижу что-то необычное и много. Хорошо. Нормально. Блин, по-хорошему надо от призраков избавиться. Плохо. Еще хуже. GG. Уф. Вспоминай, куда мы там шли. Вспоминай. Я и не знал, куда мы идем. Я бы заглянул в святилище. Вдруг что найдем? Скорее проклятие подцепим. Да нет, там сказали, должно быть что-то ценное. Вот еще души. Айс. Давайте посмотрим, что здесь. Сказали что-то ценное. Талисманы оглушения. Талисманы оглушения ненадолго обездвиживают чужаков, попавших в область действия. Но будьте внимательны, на некоторых особо сильных чужаков они не действуют. Талисманы. Это мы удачно зашли. О, господи. Это же талисманы. Нахрен они мне нужны? Обещали что-то ценное. Интересно, что это? О! Портрет призрака. Настенный свиток с изображением призрака. Мне кажется, этот портрет можно будет отнести к Катану, который искусствовед. Проверь-ка один из талисманов. Ага. Ага. Хорошо. Не забывай про них, болит. Нормально. Сначала надо посмотреть на город, а там уже решим, что делать дальше.
Нормально. Так, мне кажется, мне туда очень долго подниматься, если честно. Стоит ли мне туда подниматься? Смотри, снаружи можно залезть по-быстрому. Гляди в оба, вдруг что-то полезное увидишь. Еще 10 лет назад тут все было иначе. Наверное. Я понятия не имею, что здесь было раньше. Да чего же трудно общаться с детьми, оказывается. Ту-ту-ту. Так, а как мне, скажите, пожалуйста, воспользоваться этой птицей, если я до нее не достаю? О, песель. Чик. Давай, тормози. А без этого было нельзя? Да ты смотри, какая милаха. Не буду я смотреть. Вот, угощайся. Давай. Бабок отсыпь. Тихо, теперь ешь, давай. Тихо, спокойно. Скопай этот торговый центр. Давай. Просто минус плитка. 160. Ну, такое себе, знаете. Я за корм отдал 500. Рассчитывал, конечно, на больше. Ух ты. Пинается еще. Домой. Угу. А, ну вот и это... Птица. Очень вовремя ты, конечно, здесь. Непонятно только, как я должен был до нее достать. Ну, красавец какой, да? Ты посмотри на него. Смотрите, а жизнь это и нехватка очков силы сказываются. Глянь наверх. Да вижу. Чик. Хорошо. Давайте, мы почти добрались. Я думаю, доберемся и закончим на том. Ух ты, а вас-то я не видел. Где-то 3 выстрела мне нужно, чтобы убить одного такого призрака. Да, ровно 3. Ну, хорошо.
сейчас самое время получить новый навык. Какой именно, это уже сам решай. А чё вдруг сейчас заговорил об этом? Так, странно, почему я никак не могу пробить... Блин, он бегает, как будто плачет. Что это там такое? Что это тут такое? Четкие шквалы. Четкие в меню вещей. Сначала попробуйте найти четкие, которые вы только что нашли. Четкие. Используйте. Очень хорошо. Очень хорошо. А что они мне дали? Не понятно. Слушай, тебе идет. Хорошо. Теперь посмотрим на город. Тут есть туристические бинокли. Подойдем к ним? Давай подойдем. Че видишь? О, вон он! Это за ним мы гнались! Спалил. Тайны не получится. Свалил куда-то в метро. Спустился куда-то. Может быть, у них там штаб-квартира? На этот раз мы его не упустим. Вперед! Ну, слушай, конечно, можно и вперед. Конечно, можно. Вперед. Не, ну можно, конечно, вперед. Да хотя почему нет? Давайте, мы ж летать умеем. Мне интересно, он разобьется или нет? Нет, смотри-ка, пофигу. Ну что, придется драться. Да уже подрались. Смотри-ка, он с огромной высоты падает, и ему все равно. Это приятно. Я в прошлой части говорил, что это приятно, но сейчас я только в этом убедился. Опа! Блатной жиробасик. А что с ними? Куда они? Куда вы? Вернитесь. Там что-то какая-то процессия похоронная. Надеюсь, не по мою душу. Ладно, уходим. Раз мы можем свалить. Видимо, тут он и спустился. Так, ну что, дружочки, давайте на этом закончим. Ставь лайк, подписывайся на канал. Большое спасибо за внимание, до скорых встреч. Пока-пока. Смотри.